Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее соревнование колонок произойдет между S1000DB и R2700. Правда, R2700 твикнутая с ленточным твиттером, который вы могли видеть в прежних выпусках нашего канала. У меня другой просто нет, лениво брать новую. Вообще говоря, это, мне кажется, наиболее оптимальный, как по максимуму для колонок в дизайне 2700. Поэтому я ее использую вовсю. И для сравнений, и для домашнего, или не домашнего, точнее офисного использования. Колонки разительно отличаются по конструкции. 2700, как вы могли видеть у нас в обзорах, построена как трехполосная акустическая система. В конструкции S1000DB особое внимание было уделено технологии изготовления динамиков. У них металлический диффузор, у твиттера титановый, у басового динамика алюминиевый. Это позволило минимизировать помехи и искажения, которые возникают при изломе диффузора на больших уровнях. Короче, эта акустическая система продвинутая в своем направлении. Она, кстати, имеет aptX Bluetooth, прогрессивный стандарт, базируется на 5,5-дюймовом басовом динамике, а 2700 базируется на 6,5-дюймовом динамике и имеет 128 Вт мощности. Эта акустическая система имеет мощности 120 Вт, то есть даже меньше немножко, но зато имеет домашний приятный дизайн. Дружественный, в отличие от 2700, которая скорее напоминает колонки старых образцов. Ну, в то же время внутри, как мы знаем, является одним из самых продвинутых на сегодняшний день решений. На усилителях класса D, звуковых процессорах и цифровом контроллере, который этим всем управляет, она построена. Считается, что полностью не аналоговый, скажем так, тракт. Обе акустические системы имеют набор входов оптический коаксиальный, два аналоговых. Ну, вы можете с конструкцией всех этих колонок познакомиться в обзорах нашего канала, других людей. Мы же уделим особое внимание звучанию. Многие люди спрашивают, чем отличается, чем славна та или иная модель. В связи с этим я вам предлагаю послушать равные кусочки фонограмм, которые отобраны с предположительно разных стилей музыки мною. Буду переключаться с помощью этого демо-юнита. На третьей кнопке у нас 2700, на первой кнопке S1000. В конце ролика мы сделаем выводы, вернее, я их сделаю, вы послушаете, а сами для себя сделаете свои выводы и подведем некоторые итоги услышанному. Итак, начнем соревнования.
Ну вот и закончился батл между S1000DB и R2700. А теперь проведем испытание, какая из этих акустических систем звучит громче. Я сейчас подам тестовый, ну, музыкальный, скажем, сигнал, буду переключаться между колонками, пониже уровень микрофона, чтобы он не клипил, и выгоню максимальные уровни этих колонок. По-моему, все-таки 2700 играет несколько громче без искажений, но совсем не намного. Характер звучания также у них отличается, вы можете услышать эту разницу. Ну, в общем, система выглядит совершенно достойно. Вам решать, какая из них лучше, какая хуже, какая предпочтительнее именно в ваших требованиях, в вашей домашней обстановке. Мне по-прежнему больше нравится 2700, хотя, опять же, она твитнутая, эта акустическая система, в ней заменены твитеры, это нечестно соревноваться по высоким частотам. Мы же говорим в остальных, во всех потребительских функциях. Итак, спасибо за участие в этом обзоре, друзья. Я благодарен вам за ваши замечания, постараюсь их использовать, реализовать. До следующих обзоров, до следующих встреч.